Я всех приветствую в это солнечное утро. Всем прекрасного настроения. Сегодня помыла с утра окно. Погода очень теплая, хорошо прям на улке. Все тает. У нас, как всегда, половина двора зима еще, а вторая половина уже все, нет снега. Помыла окно и думаю, как вам не показать вот эту красоту. Ровно 5 месяцев назад, или может 5 с небольшим, мы с вами омолаживали и пересаживали каланхоэ. Кому интересно, пройдите по каналу и посмотрите у меня в разделе «Цветы». Есть это видео. Был немного вытянутый. Я его, короче, там весь распотрошила. Весь. И половину даже садила без корней. Смотрите, какая прелесть шикарная у меня на окне. У меня свое солнышко на окне. Смотрите, как шикарно цветет. Немножко уже отцветают первые цветочки, которые в начале были, но зато новые появляются. 4 букетика прям. Вот еще один. И большой самый вот этот. Очень красиво расцвел. Цветет долго-долго уже. Вот он уже месяца два, мне кажется, цветет. Здорово расцвел. Мне очень нравится. Это видео еще для тех, кто говорит, каланхоэ дома не цветет, не растет, не развивается. Или вытягивается, мельчают листья и тому подобное. Ничего подобного. Посмотрите на моем видео, какой он был маленький год назад и какой сейчас. Он прям уже, вот смотрите, моя рука, вот куст. Красивый большой куст, развитый, листочки все развитые, не измельчились. Конечно, нижние вот покрупнее листочки есть, эти помельче, но тоже не настолько они мелкие, хорошие листики. У дочери второй каланхоэ я садила их два в одно время, прям вот маленькие. Тоже у меня есть видео на канале, кому интересно, можете посмотреть. То видео, наверное, 10 месяцев назад вышло. Было два каланхоя. На 8 марта расцвели оба. Я дочери подарила тот кустик. Он у нее отцвел. И на этом все пока. Стоит у нее в другую сторону от солнца, получается. У меня на восточном окне. Вот у меня получается, вот солнце там сходит, а у нее солнце всходит сбоку. И мы с ней пересаживали его тоже. Только я свой и макушки подрезала, и весь обшингала. А у нее мы просто с макушки самые вот эти цветоносики срезали и углубили, глубже прям в горшок посадили, чтобы красивый куст смотрелся. Он у нее не зацвел. Я ей сказала, обрежь макушки, может зацветет. Ну, она у меня цветами не занимается, в принципе. Поэтому не стала этого делать, у нее он не зацвел. Вот вам пример. Кто хочет, чтобы цвел каланхоэ, его надо обрезать. Вот только разросся у вас куст, обрежьте его прям. Обрежьте, не бойтесь. И все будет прекрасно у вас цвести, развиваться. Люди у меня задавали еще вопросы по цветам. Наверное, сделаю следующее видео как раз с этими с ответами. Про пальму, про финиковую задавали вопросы. Еще там про цветы, про замиокулькасы, про мой детский сад. Будем рассаживать, будем смотреть все, как это делается. Есть у меня видео, то ли баклажан, то ли что взошло там у меня в горшке. Я думала баклажан. Оказалось, это дурман. Он у меня опять набирает цвет. То есть он у меня отцвел, я его не выдернула. Вот он. Он прям там толстый-толстый внизу. И он опять, он выбрасывает цвет. Вон видно. Жалко мне его стало. Ну, он как сорняк, в принципе, но цветет прям такие крупные белые цветочки у него. Так что посмотрим, когда расцветет. Тут все, что садила, опять выдурил у меня живое дерево.
дерево. Надо будет все-таки его убирать совсем от фикуса. Видать, фикусу не очень нравится это соседство. Он у меня как-то не стремительно развивает листочки новые. Тут тоже подрос. Не очень сильно, но подрос. Надо будет тоже пересаживать. Маленький мы с вами пересаживали. Из стаканчика у меня был, в воде стоял. Мы пересадили. Кот опять нашел листочки и жует. Наверное, слышно даже. Любит сухие листья. Прям не кормить можно. Только упал сухой листок, все, он его съедает. Всегда боюсь, лишь бы не съел что-нибудь не то. Фикус у меня вот этот вот заметно пошел в рост. Смотрите, молодые листочки. Это я бонсай свои обрезала и кончики вот эти посадила. Вот он прям весну почувствовал хорошо. Сингониум тоже почувствовал уже в рост. Тронулся прям хорошо. Сеткорязия вот эта пурпурная тоже прям листики начала выпускать новые. Ну, скоро вытянется, тоже надо будет ее пересаживать, обрезать все. Вот этот у меня был сингониум. Высокий-высокий. Кот у меня добрался до него. Сухие листики были. И он его начал дербанить. Мне постоянно вот сюда вот грязь таскал. Я взяла, психанула его и срезала. Надо будет поменять ему горшок, углубить, побольше ему сделать территорию или хотя бы углубить, чтобы он начал нормально развиваться. Там почки он есть развивающиеся. А вот алоэ у меня стоял на западном окне и чувствовал себя лучше. Сюда переставила, там было прохладно. И солнце было, даже не столько прохладно, сколько солнца ему мало было. Я его взяла, сюда переставила. Ну вот, сейчас солнце пригревает, и он начал сушить листочки вот эти. Надо будет тоже его разобрать весь и пересадить. Вот на кухонном окне у меня вот так обстоят дела на сегодня весной. Птички поют уже хорошо. Ребята, кому понравилось видео, кто любит заниматься цветами, оставайтесь со мной. Будем еще и готовить, стряпать. Кстати, кто любит или кто хочет научиться стряпать хлеб, милости прошу, у меня есть видео на канале, как стряпать правильно хлеб. Я пекарь, работаю в пекарне, так что советы мои все испытаны годами, все проверено, можете пользоваться с удовольствием, всегда получится, я думаю, если правильно следовать всем моим советам. Ну а на этом я буду сегодня прощаться. До скорых встреч. Надолго прощаться не будем. Всем пока-пока.